Здравствуйте, это программа «События». Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главная тема выпуска. Если в кране нет воды, сегодня в поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат холодную воду. Надолго ли? Замечания есть, но в целом без серьезных ЧП городские власти дали оценку летней оздоровительной кампании. Деньги любят счет, а казенные особенно. Руководители предприятий, накопивших долги, вызвали на ковер. Сегодня с 10 часов вечера и до полудня завтрашнего дня отключат воду в поселке Мехзавод, микрорайона Крутые Ключи, Шведская Слобода, Новая Самара. Это связано с ремонтными работами на водопроводе. Сейчас питьевая вода подается в Мехзавод и Крутые Ключи по единственной трубе. Резервные схемы в этом месте отсутствуют. Весной жители несколько раз оставались без холодной воды из-за аварий. По данным регионального управления МЧС России, здесь расположены 11 социально значимых объектов, 673 дома с населением почти 73 тысячи человек. Из них 12 тысяч – это дети. Работы по подключению резервной схемы начнутся сегодня. Всю ночь на месте будут дежурить руководители подразделений коммунальных служб и аварийной бригады. Такое распоряжение своим подчиненным дал первый вице-мэр Владимир Василенко на общегородском совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Вот в эксплуатацию данной трубы позволит улучшить качество водоснабжения поселков, а в случае аварии на основной трубе обеспечить подачу воды в дома жителей по резервной схеме. Это переврезка на резервную трубу будем, врезку делаем. То есть уходим хотя бы, входить будем в эту зиму, иметь резервную трубу. У нас обеспечен резерв будет, Мехзавод и Кошелев проект. Наконец-то добились мы. 11 раз за первую смену в детских оздоровительных лагерях Самары отключали электричество. Причина – непогода. При этом в загородных с проблемой справлялись генераторы, а в городе сеть оперативно ремонтировали рабочие. В целом же летняя оздоровительная кампания проходит без ЧП, подвели итоги в мэрии. Марианна Мирная продолжит. Летняя оздоровительная кампания в самом разгаре, уже завершилась первая смена. Чрезвычайных происшествий не возникало, но вот перебои с электричеством случались 11 раз. Причиной тому непогода, ветром обрывало провода. Со всеми ситуациями службы справлялись оперативно. И даже несмотря на сюрпризы природы, 8 июня был открыт еще и палаточный лагерь для юных туристов. Очень сильно ужесточены требования к лагерям палаточным в чистом виде, но хотелось бы все равно детям навыки туризма сформировать. Мы на территории нашего лагеря «Союз» в Волжском районе, там он имеет огромную территорию, сделали такой палаточный как бы лагерь «Молодежная планета», где у нас ставятся палатки, оборудование, инвентарь. Дети в условиях лагеря, но тем не менее отрабатывают первые навыки деятельности как бы в походе. В Самаре работает 178 пришкольных лагерей. Они будут открыты до 30 июня. И если с муниципальных мест отдыха спрос жесткий, власти контролируют безопасность и санитарное состояние, то с частным дело обстоит сложнее. Но и на недобросовестных владельцев находятся рычаги давления. Нескольким загородным лагерям просто не выдали разрешение на работу, пока не исправят ситуацию. По частным лагерям, я думаю, что вот этот год будет как раз переломным. И если частники не поймут, что они должны вкладывать туда деньги, то получится та ситуация, когда деньги у них ушли. Вот эти 552 ребенка, которых мы срочно раскидывали по другим лагерям, это то, что они потеряли. Детей в Самаре с каждым годом становится больше, и то количество лагерей, которое есть, уже не справляется с нагрузкой. Мэр Самары Олег Фурсов поручил исследовать потенциал развития детского отдыха. Я думаю, интерес к детскому туризму в Самарской области, он будет расти. И иногородние могут приезжать сюда дети. Значит, хорошо, чтобы у нас была с вами стратегия, как мы должны действовать, чтобы развивать такие лагеря. Брошенные площадки существуют. Все равно ситуация у нас каким-то образом разрешится. Я думаю, мы сможем выделять деньги на открытие новых лагерей. Для тех ребят, кто окажется не охвачен загородным отдыхом в Самаре, работают досуговые площадки по месту жительства. А желающие получить первый трудовой опыт могут устроиться на временную работу. Марианна Мирная, Максим Гусев. События. Предприятие «Авиакор» аэропорт вызвали для разбора полетов. Правда, по вполне земному вопросу оно задолжало почти 2 миллиона рублей по земельному налогу. Проблемы погашения долга рассматривали на заседании межведомственной комиссии при администрации Самары. Предприятие оказалось в сложной ситуации. Его подвел заказчик, не оплатив работы, которые «Авиакор» выполнил за 2 предыдущих года. На ковер также вызвали другие организации. Это ООО «Титан», НПК «Разумное решение», «Витязи» и «Стройпроект Сервис». Основная часть долга – это
Это НДФЛ и арендная плата. Всего в списке должников числилось 16 предприятий. 10 из них успели выполнить свои обязательства перед бюджетом и избежали серьезного разговора на комиссии. Тенденции таковы, что, как Наталья Александровна доложила, основная часть предприятий, которые были должны, выплатили свои обязательства, погасили в период подготовки данного заседания. То есть все-таки больше получается, что эффективней предупредительная работа по правонарушению. Далее коротко о других событиях дня. Космодрома Куру в течение 2 лет запустят 8 самарских союзов СТ. В этом году программа пусков из Гвианского космического центра выполнена. Запущены 2 ракеты. Контракт на поставку первых носителей союз СТ был подписан еще в 2005 году. Предполагалось запустить с Куру не менее 50 ракет за 15 лет. Первый пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру состоялся в 2011 году. Из-за воды, пришедшей с верховьев Волги, ее уровень в Куйбышевском водохранилище достиг 53 метров 33 сантиметров. Опасным уровнем является 53,5 метра. И потому не исключено, что гидроэлектростанция может увеличить сбросы до 13-14 тысяч кубометров в секунду. Повышение сбросов Жигулевской ГЭС уже привело к затоплению 2 баз отдыха в районе Федоровки и дачных массивов на полуострове Копылово. В Самаре проведут расчистку одного из Воронежских озер. На это планируется потратить почти 1 000 000 рублей. Деньги на выполнение работ будут выделены из городского бюджета. Подрядчик должен провести водолазное обследование дна, убрать оттуда мусор, а также очистить береговую полосу. Работы должны быть выполнены до конца сентября текущего года. В Самаре начали асфальтировать отремонтированную часть Южного моста. Параллельно специалисты ведут ремонт опор путепровода. Напомним, что ремонт Южного моста стартовал в апреле. Подрядчику предстоит заменить всю проезжую часть и деформационные швы. Мост имеет разную конфигурацию. Это балки, подвесные конструкции, и часть работ придется вести над водой. Завершить ремонт первой половины моста подрядчики планируют в середине июля. После этого ее откроют для движения транспорта. Соответственно, вторую половину закроют на ремонт. Большая часть самарцев предпочитают отдыхать в своем регионе. Кроме того, по сравнению с летом 2016 года заметно снизилось число граждан, решивших вообще отказаться от летнего отдыха. 20% против 26% в прошлом году. Согласно результатам опроса, 20% россиян намерены провести отпуск на даче, 21% дома, занимаясь делами. 8% респондентов намерены путешествовать по другим городам России. Еще столько же на Черноморском побережье Кавказа. Поедут отдыхать за границу или в Крым по 4% соответственно. Самый народный вид спорта. В футбол играют не только профессионалы, но и мальчишки по всему миру. Самарские дети не исключение. С 5 по 20 июня 1500 школьников принимали участие во всероссийской акции «Ни дня без футбола». На закрытии спортивного праздника побывала наша съемочная группа. Веселыми стартами на футбольную тему завершилась в Самаре всероссийская акция «Ни дня без футбола». 2 недели 1500 мальчишек и девчонок соревновались в этой игре. И несмотря на ушибы и травмы, их любовь к футболу самая настоящая. Футбол – это команда, футбол – это эмоции, это всплески адреналина, это дружный коллектив, это ребячество, товарищество, то есть дисциплинированность. Очень много положительных качеств воспитывается, играя в футбол. 27 школ приняли участие в акции «Ни дня без футбола». Этот спортивный праздник повышает интерес к футболу, знакомит с правилами, традициями, историей и достижениями игры, а также воспитывает в подрастающем поколении нужные для жизни качества. Работать в команде, дружность, дружеский коллектив, помогать друг другу, поддерживать. Набивая на коленках мяч, эти мальчишки с нетерпением ждут 2018 года, когда начнутся игры чемпионата мира. И они смогут увидеть своих футбольных кумиров. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят сейчас материалы к следующим эфирам. На скамье подсудимых обвиняемый в нападении на начальника отрадненской полиции и его жену в гарнизонно-военном суде стартовал один из самых резонансных процессов последнего времени. Как здорово, что все они здесь сегодня собрались. В здании Самарского Белого дома проходит совещание, посвященное Грушинскому фестивалю. Человек, собаки, друг. Накануне дня кинолога детям из центра «Ровесник» покажет, как дрессируют служебных собак. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся.